С начала месяца в областном центре зафиксировано свыше 1200 административных правонарушений. Таковы результаты оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» по итогам минувшей недели. Рейд был проведен сотрудниками прокуратуры совместно с полицейскими. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, в последнее время не уменьшается число граждан, нарушающих общественный порядок после распития спиртных напитков. За время рейда в отношении таких нарушителей было составлено порядка 100 административных протоколов. Прокуратурой города Актау совместно с органами полиции проводится ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, основной целью которой является создание безопасной, а также справедливой среды для наших жителей города. Также стражи порядка проверили около 500 лиц, состоящих на профилактическом учете. Гражданам в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения определенных правил поведения и недопустимости уголовных и административных правонарушений. В ходе ОПМ выявлено 1200 административных нарушений. Проверили 471 подучетное лицо и 843 арендных квартир. Данная работа будет продолжена и впредь. Сотрудники силовых структур еще раз призывают жителей и гостей областного центра к соблюдению законности. Ирдос Кужантайлы, Саламат Кайпов, Дидар.